Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Жогов, и сегодня я хочу рассказать вам о том, с какой столкнулся я проблемой. Недавно я перешел на операционную систему macOS и изначально думал, что здесь все программы платные и нельзя их скачать так, как на Windows. Но на самом деле их можно скачать также на торрентах. Но есть одно но. Здесь есть такая функция защиты, как Gatekeeper. И она не дает некоторым программам от неизвестного источника установиться. И выдает сообщение, что программа повреждена, удалите ее в корзину. Ну, это можно решить просто. Сейчас вам покажу, как. Изначально вот в пункте защиты и безопасности у вас нет установки из любого источника. Что мы делаем для того, чтобы он появился? Мы берем, заходим в терминал. Так, и вот вводим вот такую вот команду. Такую команду в терминале. Нажимаем Enter, потом вводим свой пароль. Если у вас нет пароля системы, поставьте его, чтобы здесь ввести. Вводим свой пароль и нажмем еще раз Enter. Я этого делать не буду, так как у меня уже все работает. Так, вот потом мы заходим в системные настройки. Вот еще раз показываю. Защита и безопасность. Нажимаем на этот замочек. Вводим свой пароль, если у вас он есть. И включаем эту галочку, любой источник. Все, после этого у вас все программы будут работать отлично, так как вы отключите вот эту защиту. Всем спасибо, друзья. Надеюсь, я многим смог помочь. Ссылки на торренты, где можно скачать программы на macOS, я оставлю под этим видео. Всем спасибо, всем пока.